Всем привет! Идут новогодние праздники, и сегодня я вам расскажу способы, как быстро протрезветь от пьянки. Нужно взять 5 капель настойки йода, накапать его в стакан холодной воды и дать выпить. А также можно положить пьяного на спину, прижать руками уши и начинать быстро их тереть. Прилив крови к голове быстро избавить от похмелья. Также, если будет синдром похмелья, будет плохо, болеть голова, тошнота. Берем 1/2 чайной ложки соды, размешиваем в стакане воды, добавляем туда 1/2 ложки лимонной кислоты. Получается шипучка. Это выпиваем. А также старинный народный способ, как избавить алкоголика от пьянства. Раскладываем березовые дрова, посыпаем их обильно сахаром, где-то берем стакан сахара. И нужно, чтобы алкоголик этим дымом подышал, но про это он не должен знать. Потом даем выпить ему стакан водки. У него потом начнется рвота, и на всю жизнь будет отвращение к спиртному. Он не будет сильно ходить у запоя. Всем пока!